Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Вы видите перед собой некоторую очередь. Да, очереди бывают и в Соединенных Штатах. Вот мы часто говорим о недостатках. Вот есть недостаток такой – очередь. Очередь – это на то, чтобы машину помыть. Мы вечерком, сейчас где-то 8:30 вечера, в пятницу, мы с Сашей, моей внучкой. Саша, подай голос. Привет. Привет. Вот мы с Сашей тут вот расположились. Сейчас я вам покажу. Вот так в более таком, может быть, симпатичном антураже. Вот, пожалуйста, вот это мойка. В смысле, заправка. При ней магазинчик. И тут при магазинчике, соответственно, мойка. Здесь написано entrance. Это вот мы туда. И вот они тут все, понимаешь, хотят помыться. Мойка это безконтактная. Все происходит струйками. Вы видите, друзья, мы почти вышли на финишную прямую. Вот там одна машина уезжает, ее сушит. Самая дальняя, не знаю, насколько вам ее видно. Следующая машинка, вот ее начинают поливать. Она так вот подвергается обработке. Значит, еще одна, вот он платит денежку, руку протянул. Не знаю, видно вам или нет, вот он в автомате. Но не денежку платит, он набирает номер, который написан на ресите, который выдан, значит, там либо кассиром, либо при заправке автомобиля спрашивают, хочешь заправиться, на какую сумму, и номерочек пишут на вот этом ресите. Вот он ввел этот номерочек, система ему говорит, жди, теперь видите, там красный свет, говорит, стоп. Так, ну что мы видим? На самом деле, вот в этой позиции, где я стою, мне сейчас достанется много брызг чужих. Ну, смотрим. А у меня система настроена так, что если вода на стекле, она сама включается, я даже вот прикасаться не буду. Это что ли мыло сейчас? Ну, явно мылом поливают, ты видишь? А хочешь вперед пробираться? Проберись вперед, хочешь? Сзади. А, нет. Ну, мы же не едем, мы стоим тут. Ну, пока стоим, залезай вперед. Ты мне потом скажи, когда обратно. Да, и потом назад уйдешь, конечно, конечно. Скажи, Саша, какое правило? Детям нельзя впереди сидеть? Иди. Ну, когда 12, уже можно. Так. А если, например, девочке 8 лет, но она такая крупная, как будто бы ей 12? Не, я не думаю. Нельзя. Нет, правильно, все правильно. Смотри, чуть-чуть на нос уже, видишь? Да, о, да. Сейчас начинается. Очень мокро на нас. Да, ну нам достается, конечно, мы тут как прям участники событий. Да, для камеры это не совсем хорошо как-то. Но было бы еще хуже, если бы вода пошла на саму камеру. Так о, все-таки. Это совсем бы было плохо, она бы сломалась. Это... Да. Понимаешь, мы сейчас видим то, чего мы не увидим, когда будем сами мыться, правда же? Да. Ох, как его! Вообще-то я могла увидеть, потому что я могу назад смотреть. Ну, все равно так, со стороны, знаешь? Угу. Так. Мы с Сашей ездили в магазин Michaels. Я себе игрушку купила. Это правда. А зачем мы туда ехали? Что мы хотели купить? Велкро. Велкро. И тут шерсть. Да, такой искусственный мех. Значит, называется faux fur. Так, некоторые называют fox fur, так тоже называют. А для чего мы хотели купить велкро и этот искусственный мех? Вот это я не знаю, но искусственный мех, это чтобы на камне. Чтобы на камеру не слышим воздух, если ветра, чтобы не было слышно. Все правильно. О, вон там тетя какая-то смотрит. Да, тетя, как бы ее там не тетю эту не побрызгали. I was just checking. I went through here about 5 minutes ago, and a part of my fender fell off, and wow. So I was trying to see, but I just ran through there real quick. Sure, no problem. Да, у нее отвалилась какая-то деталька отвалилась от машины. Где?
Но она говорит, что у нее a part of my fender. Да. Да, бабушка. Ну что, друзья, это нам, ой, это нам, слышать. Это нам сигнал. Зелененький это. Зелененький он был, сигнальчик-то. Это, я думаю, нам пикает. Так, drive ahead, видите? Написано drive. Вперед давай, говорит, езжай вперед, езжай вперед. Сейчас он переключится и станет стоп. Ну давай уже, где команда стоп. Оп, а теперь стоп. Мы выключаем машину. Так, движок выключаем. Дождь идет. Выключаем движок. Подожди, Саша, сейчас будет такой дождь, мы, нам мало не покажется. Так, все, друзья, мы с вами переходим в режим поливаемого, помываемого. Часть нашей мойки состоит в том, помывки, что мы жидким воском, горячим воском нас в конце польют, чтобы грязь на стекле не собиралась, чтобы она легко смывалась, смахивалась и так далее. Иначе вот когда этот слой подходит к концу, уже не отмоешься. С точки зрения, я имею в виду, вот съемки, да, когда мы хотим, чтобы стеклышко чистое было, не получается хорошо, получается черт что. Дедушка, ты сказал, он горячий, ничего не будет. Ну, например, если кто-то его потрогал, он был горячий? Какой горячий? Ну, я не знаю, насколько он горячий. Я, честно говоря, даже не знаю, горячий ли он. Вот. Ты же сам сказал. Ну, это я так, может быть, для красного словца. Я не знаю, я предполагаю, что воск должен быть горячим, чтобы быть жидким. Мое предположение. Но это не обязательно так, может быть, какая-то другая технология. Что-то я не чувствую, чтобы по нам чем-то прошлись. Только мыло, по-моему, дождик опять идет. Я не вижу дождика. Вот машинка. Нет, опять мыло, еще мыло. А-а-а. Видишь, опять мыло. Ага. Да, то есть мыло ему на нас не жалко. Я чувствую, что это какой-то шампунь, знаешь, или порошок стиральный, вот так, судя по протеканию. Жидкий. Кажется, что снег. Выглядит как снег издалека, да? Ну, в общем, да. Меня, конечно, удивило, когда мы наблюдали за другими машинами, что это много времени занимает. То есть мне казалось, что там 2 минутки и готов. А ты говорил 5 минут. Ну, 5 минут. Ну, я думал, что должно быть там пара минут. А тут смотришь, так оно все это не быстро. Ну, сейчас... Ну, вообще-то раньше мне нравилось больше, было больше интересно, потому что там тут щетки вот так... Да, раньше все было щетками. Интересно было. Очень интересно было. А сейчас тоже интересно по-своему. Оп! Ой, да, это да, что? Тут пошло, пошло, вот пошло. Это, пошло что это вот? Я не знаю, что пошло. Я думаю, это... Опа-на, вот... смотри, как пошло. Думаю, водичкой? Я думала, это то, что ты говорила, этот вакс. Нет, вакс будет в самом конце. Водичка. Waterfall? Ну, можно так сказать, да. Но приятно оказаться в, в водопаде. Просто иногда так, как очень громко, как... Да. Саша, как будет, как waterfall по-русски сказать? Водопад. Хорошо. Мы один раз водопад выделим. О, давай. Слушай, нас каким-то цветным шампунем поливают, смотри-ка. О, разноцветный. Разноцветный, тут и фиолетовый, и зелененький, и желтенький. И синий, да, какой-то он такой, даже не знаю, с чем. Multicolored. Да. Так красиво, я думаю, для вас. Зрителям нашим? Да. Смотри, дверь как будто бы идет, как будто там кто-то его... Сначала, мне кажется, ветром его как-то воздухом подуло. А сейчас, наверное, водой будут смывать. Смотри. Waterfall! Слушай, оно сбоку. Сначала мыли сбоку. А лобовое стекло осталось. И сзади тоже осталось. Наверное, сейчас он направление поменяет и пойдет сзади. Да, пошел сзади. Так сразу, так громко кажется, что он окно сломает. Да. Там... Да.
Да. Что-то он затих, слушай. А кто же нас мыть-то будет? Вот, пошел, пошел. Он теперь сверху пошел. Я вижу в зеркало заднего вида. Так, он идет, идет, идет. В конце она серая, потому что все цвета это черные, и получается серые, потому что не все цвета. Так, что-то он таким каким-то дождичком. Ну-ка давай, 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 дождичком давай. О! Давай, 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 давай. Я думаю, это нет, Том, нет. Ты видишь, там много мыла смывается. Он просто моет. Мне кажется, бак должен быть в самом-самом конце. Вот перед тем, как нам скажут, уезжайте отсюда. Вот перед этим будет бак. Вот сейчас посмотрим. Ты мне скажи, когда бак идет. Бакс, как ты там говоришь. Еще вода, еще вода. Не, вода была сзади. Пошла, пошла, сзади. Как тарахтит, да? Да. Видно, что воду он экономит. Это видно хорошо. Так, много. Нас двигают. Вот. Помыл. Так. Мне скоро надо будет. Ой-ой-ой. Смотри, вот, по-моему, сейчас Максима было, нет? Сейчас идет вот. Не уверен, но так, такое у меня впечатление, что вот это баксом не было. Да, уезжай, говорит он. Значит, уехать тоже не так просто. Когда мы уезжаем, мы должны ветром посушиться. Уезжайте, люди! Больше вы нам не нужны! Нет, ну, не то, что больше не нужны. Так, вот тут стоят такие трубы здоровенные. Не знаю, видно их или не видно в камеру. Сейчас на нас будет дуть. Смешно, они как будто лают. Да. И еще дедушки на штуку помогают. Да, дворники включились. Потому что мы машину завели. Говорят, время вышло, уезжай. Вот мы, друзья, и уезжаем. И на этом мы заканчиваем наш репортаж.